Всем привет! Вы на канале Королёк К. И сегодня в кукольных новостях мы поговорим о новых питомцах Лол Fluffy Pets. Поехали! Производители MJ уже и раньше выпускали питомцев в нескольких сериях для куколок Лол. И так как выходит серия «Зимняя дискотека» с мальчиками и девочками, то и для них выпустили новых зверюшек в совершенно новом образе. Low Surprise Winter Disco Fluffy Pets – очень необычная новинка. В интернет-магазинах они еще не появились, но на американских YouTube-каналах уже есть обзоры на них, и мы хотим и вам показать про этих немного странных, но необычных питомцев. Дело в том, что на первый взгляд мы видим не самого питомца, а наклейку на его мордочке, а сам же он находится под ней и под шапочкой-капюшоном. Сама же пушистая часть пригодится для игры, а шар-упаковка может служить стойкой для питомца. А если его соединить с блестящими глиттерными шарами Low Surprise Winter Disco, то получится снеговик! Все вместе это потрясающая, действительно зимняя коллекция игрушек. В новой серии вы можете получить аж 18 питомцев из 7 клубов. Ребята, а вы уже ждете этих милых питомцев? Напишите в комментариях. И не забывайте смотреть наши другие кукольные новости. Всем пока! Подписывайтесь на Королёк К.